Ну, вот он, красавец. Обзор на него мы уже видели. Smith & Wesson 686+. А стрелять я буду 357 Magnum, 158 Grain и 38 Special, 130 Grain. Посмотрим. Мишень там же. Кстати, накладка уже упала, ее глоком сбил, по-моему, я не помню. Ну все, давайте. Ну, по-моему, я глоком отстрелил планку. Накладка такой, он с этой мишени. Видите, она, в принципе, под мишенью должна крепиться, но вот в этот болт я точно попал чем-то, прямо конкретно какой-то пулей. По-моему, был блоком 9 миллиметров. Сбил ее нафиг, опять придется чинить. Эти все мишени, это самое плохое в этих мишенях, то, что их надо чинить. Поскольку я ленивый, чинить неохота. Бумажный взял да выкинул, но за бумажными ходить все время, результат смотреть. В общем, тут рая не бывает на земле, просто не бывает нифига. Мы, кстати, ждем, пока вон мужик пошел мишени ставить свои. У нас сейчас режим cold, то есть холодно, никто не стреляет, никого нет рядом с оружием. Вот. И как только все мишени поставили, все сделали, сразу идет режим hot, то есть горячо. Все могут стрелять. Спидлоудера с собой не взял, забыл, поэтому будем вручную. Ну, теперь тот же Smith & Wesson 686 5 патронами 357 Magnum. В руку конкретно шибает, не 44-й магнум, конечно, но все равно дает знать. Ну и пока батарейки не кончились, давайте еще что, спешл постреляем. Так, ну теперь 38 спешл, а Smith & Wesson 686+. Отдачи вообще нет. Сам по себе револьвер очень тяжелый, и отдача, ну, из 38 Special он не особо такой. То есть стрелять одно удовольствие из 38 Special, просто одно удовольствие. Вот, ну, кстати, хочу показать вам, какой он грязный после стрельбы. Видите, вот я так его еще чуть-чуть почистил. Здесь вообще все, вон, черное. Сейчас, так, чтобы было видно. Такое все грязноватое. То есть вот эти патроны, вот видите, что вот этот Монарх, они сделаны, по-моему, в Сербии, что ли, Усилился давить. В Сербии.
Вот эти патроны тоже, видите, сделаны все. Так вроде ничего, более-менее. Этот вообще, видите, такой полуоболочечный, экспансивный. Гильзы Brass. Этот Full Metal Jacket полностью. Вот. Ну, грязный, заразы, то есть револьвер супер грязный после этого. Чистый. Вот это конкретный Springfield M1A. Так, ну ладно. It's got a match grade barrel on it. So yeah. What's the length of it? Like 22 inches? It's 22 inches. 22, yeah. And it's flush hider. В общем, вот это вот Springfield M1A. Это Springfield компания, о которой мы с вами недавно разговаривали. Вот она выпускает свою версию знаменитой винтовки M1 Garand и M14. Это винтовка, которая после него была сделана. Вот мужик здесь сидит, стреляет. Вон там у него на 100 метрах мишени. Вот он ее только что купил, говорит, $1600 за него отдал. Шикарная вещь, я хотел себе такую, но я не снайпер. Я просто ее хочу, но она мне незачем, поэтому я даже не стал, в принципе, с ней связываться. Thanks for letting me, you know, making this beautiful video. Huh? That's a Burris 3200 scope on it. Mm-hmm, the scope, I'm just looking for the word, the scope. Beautiful, beautiful man. Thanks. Thank you very much. Я, по-моему, понял, почему планка все время сшибается с этих досок. Ну, та планка, помните, которая слетела. Вот здесь у меня мишень висит. Вот тут висит мишень. И под ней вот здесь такая планка по доске идет, чтобы если мимо мишени попал, чтобы хотя бы доску не перешибить. Так вот, посмотрите на винты. Видите, они вот такими винтами крепится эта планка. И шляпки у винтов, у болтов, вернее. Они просто-напросто сплющены все, кедрени маме. Как раз по форме у того квадратного отверстия. Сейчас, если я ее найду, здесь я вам покажу. Вот она. Вот видите, у нее квадратное отверстие, да, в которое болт проходит. И, грубо говоря, инерция. То есть, когда попадает патрон, пуля, вернее, вот в эту вот планку, усилие, сила такова, что просто-напросто от инерции она плющит головку болта, и болт пролазит сквозь вот это вот, сквозь это квадратное отверстие, и, соответственно, планка слетает в сантиметр. Вот что-то думаешь, что я, наверное, точно в болт попал, и он просто расплющился. Оказалось, нет. Значит, нужны болты титановые какие-нибудь. Понимаете?